О важности голосования Иван Капитонов не раз говорил во время брифингов, посвященных этому событию. Свое отношение к нему выражал в основном словом, а в предпоследний день голосования – делом. Иван Капитонов пришел на участок, чтобы сделать свой выбор. Есть такое понятие – гражданский долг. Я вот не помню одного случая, чтобы я за свои 60 лет не пришел на какие-то выборы. Я считаю, что это конституционная обязанность гражданина приходить на выборы. Тем более, что тот вопрос, который выносится, он очень важный, он реально важный. Председатель Общественной палаты республики изучил поправки в Конституцию еще до голосования. Для себя он отметил несколько изменений, которые считает наиболее важными. Одна из них – сохранение территориальной целостности России. Вот этот момент очень важный. Почему он очень важный? Потому что уже за 30 лет было два случая, когда у нас было ущемление, в том числе территориальное. Это в сторону Китая, в сторону Норвегии. Более того, нашему руководителю какой-то будет внешний козырь на внешней арене. Почему? Потому что он может что-то сказать. Я не могу нарушить конституцию своей страны. Это, конечно, аргумент. Также среди поправок Иван Капитонов выделил укрепление социальных гарантий и поддержку волонтеров. Согласно предложенным поправкам в основной закон страны, государство должно будет создавать основу для системной работы по развитию добровольческого движения, поддерживать и помогать в реализации проектов. Ольга Данилова, Андрей Просвиркин, Народные новости.